Основные фразовые глаголы. Часть 129. Part 129. Фразовый глагол keep on. Phrasal verb keep on. Итак, как же переводится keep on? А переводится он очень просто. Продолжать. То есть, если говорить на английском языке, то значение keep on это continue. Например, продолжай читать. Keep on reading. Эта информация очень важная. This information is very important. Keep on reading. This information is very important. Next. Затем. Keep on learning English. Продолжай изучать английский. Keep on learning English. Он тебе нужен для твоей работы. You need it. For your job. You need it for your job. Далее. Ну, давайте усилим. Восклицательный знак поставим. Keep on. Learn English. You need it for your job. Далее. Keep on. Продолжай. Keep on helping people. Продолжай помогать людям. Это хорошо, когда так делаешь. It's good. When you do it. И, например, давайте более сложные, еще раз берем пример. Я сказал ей послушать меня. I told her to listen to me. Но она отказалась, but she refused. Она продолжила читать. She kept on reading. Да, значит, I told her to listen to me, but she refused. She kept on reading. Итак, смотрите, keep on это continue. Фразы и глаголы синонимы это go on и также carry on. Вспоминаем эти фразовые глаголы. Keep on, go on, carry on. Но чаще всего, конечно, появляется именно go on, но keep on и carry on тоже имеют место. Итак, keep on reading. This information is very important. Keep on learning English. You need it for your job. You need it, да? Скажем, you need it for your job. Keep on helping people. It's good when you do it. Опечатка, поэтому как всегда, ну, такая рекомендация вообще перепроверять, что вот все опечатки, они искоренялись. Так, it's good when you do it. Далее, I told her to listen to me, but she refused. She kept on reading. Ну, теперь, я думаю, вы уже не попадете в просак, если встретите данный глагол keep on.